канала Мыло.О. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор грамм стирального порошка 50 грамм. Изготавливая то или иное бытовое порошковое средство, вы первым делом работаете над рецептурой, результатом которой является очищение поверхностей или активность устарелых и трудновыводимых пятен. Это одна сторона медали, другая сторона – внешний вид вашей продукции. Как бы идеально не стирал ваш порошок, какой бы аромат не источал, ваш потенциальный клиент может так и не купить. Прекрасным маркетинговым ходом в этой ситуации может стать добавление сухих граммов без запаха в ваш товар. Острые и разнообразные по цвету мелкие частички разукрасятся монотонный белый порошок и придадут ему жизнь. Преимущества применения сухих граммов запаха таковы. Безопасные, безвредные, легко растворяются в воде, яркие, пестрые цвета и оттенки. Придаем хорошо разнообразных цветов и оттенков, никаких ограниченных по дозировке, доступная цена. Сфера применения сухой гранулированной отдушки такова. Бытовая химия порошковой структуры, скрабы для тела и соль для ванны, декоративные цветные гранулы для дополнительные, туалеты для домашних животных. Вот в таком удобном пакетике мы отправляем гранулы для стирального порошка нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!